сохранимся. Я все равно буду заботиться о тебе. Он должен будет пройти обследование за рубежом. Неужели все так серьезно? Или ты сейчас едешь с Муратом и теряешь только путевки, или ты не едешь с Муратом и теряешь и путевки, и свадьбу, и невесту. Just because they ain't scared of you, I'ma get up in your face, boy. Selection Federation. PlayStation. I believe I can fly. What? Вот. Ош сервистик борбору сіздерден қызматыңыздарда. Ең мықты программистер жана мастерлер тейлейді. Ақырқы үлгідегі аппараттары Қытай, Япония, Россиядан келген артүрді модельдегі телефон, планшет, орг техникаларды сұныштайды. Программалу жана оңды ойшен ішті сапатту. Дареге Ош шары Наваи көчесі тыныштық сода борбору бірінші қават. Телефондор 0551-66-0303, 0771-11-1150, 0777-00-00-89. Чтобы весну прожить без чиха, чтобы активной была жизнь, одну лишь фразу ты запомни: от аллергии аллерджи. Реклама – это просто. Попробуйте сами. Зайдите на сайт natv.kg, введите текст вашего объявления, выберите нужные вам телеканалы, укажите дату размещения объявления и нажмите кнопку «Разместить объявление». Вы получите индивидуальный код оплаты, который следует ввести в ближайшем терминале. Внесите нужную сумму, и ваше объявление будет размещено. natv.kg. Легко, быстро, удобно. Разместите вашу рекламу в эфире 7 канала. Прокат рекламных роликов, купля-продажа недвижимости и авто, объявления и динамичные баннеры. Бегущая строка. Телефоны 0555-56-56-35. Мен буга чейин боксту көргөмүн, телевизордон көп көрчүлөм. Кандай болот экен деп өзүм аябай көп элестеткем да. Анан эми ошол нерсеге бүгүн мына өзүм күбө болгону кетип атам, өзүм катышканы кетип атам. Менин оюмча ал жерде бокс болбосо керек, бой болбосо керек, жөн эле суроо жооп болсо керек, ошол рингдин ичинде суроо жооп болсо керек деп ойлойм. Эгерде чынында ушундай бир бой болуп калганда, мен Канат Шанаевди чакырат элем. Анан Нурсан дагы жакшы да мындай былч былч деп тиет да. Мен угушумча Канат өзү дагы спортко аябай кызыгат. Ошон үчүн Канатты чакырам мен. Саламатсыздарбы. Мен өзү ошол чыгармачылык инсандардын арасында ошол рингке мага вызып таштаган экен кудулдардан, биздин кесиптештерден Каныбек Разыков. Мен ойлоп атам, ушул Каныбек Разыков өзүнүн весине жараша вызып таштаса болот эле, Ильяс Иманалиевди чакырса жакшы болот эле, мени ушул Бозун, Устакеевдер чакырса веске туура келет эле. Эми Каныбек Разыков мага вызып таштап коюптур, азыр рингге баралычы, эмне болор экен? Жок, рингде урушуп көргөн эмесмин. Мында көрүп отурсаң оңой эле көрүнөрөт да, ал жакта өзүң катышып калсаң эми чындыгында бокс боло турган болсо сөзсүз түрдө жеңем деп ойлойм. Эми алиги күч атасын тааныбайт деп коет, бирок така тарамыштарда дагы киши көп, бирок эми бокс чындап бокс болгон болсо Каныбекти бир нокдаун кетирбесем дагы бир үстүнө жыгылам да. Вантаж.
Ладно. Президент, говори. Здесь его нет.